Реабилитационный центр «Подсолнух» помогает сотням детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно помощь там получают порядка тысячи горожан, но, к сожалению, принять больше пока не удается. Выход из сложившейся ситуации нашли в 2020 году. Было принято решение перепрофилировать бывшее здание больницы на Ефремова 36 в реабилитационный центр, тем самым увеличить площадь и вместимость «Подсолнуха». В этом году мы планируем сделать проект, то есть проектно-смертную документацию подготовить для того, чтобы в 2022 году начать глобальную реконструкцию того здания. После расширения центр сможет принимать вдвое больше детей со сложными умственными и физическими нарушениями здоровья. На базе дополнительного филиала «Подсолнуха» создадут 40 рабочих мест. Люди с ограниченными возможностями от 18 до 45 лет смогут не только продолжить получать необходимую реабилитацию, но и найти оплачиваемое занятие по душе. Пока это трудоустройство осуществляется в рамках работы нашего учреждения, мы заключаем с ними договора на должности садовников, овощеводов, цветоводов. И они работают в наших мастерских и получают заработную плату от центра «Подсолнух». Медицинские, психолого-педагогические услуги, спортивные секции, спектр оказываемой помощи в центре разноплановый. Здесь работают студии, кружки по лепке из глины, рисованию, выжиганию, столярному и картонажному делу. Молодые ульяновцы могут выполнять заказы по изготовлению игровых пособий для малышей, театрального реквизита и сувенирной продукции. Не только ознакомиться, но и помочь. В Рио губернатор Алексей Русских на плановом осмотре заглянул в большой комплекс теплиц на территории Подсолнуха, где успел пообщаться с ребятами и посадить два саженца сирени. Слишком глубокая яма. Инвалиды, имеющие психологические и ментальные особенности, психические расстройства, могут прийти в учреждение и получить свою индивидуальную программу реабилитации. Сейчас в Ульяновской области 4 комплексных центра. В Павловском, Кузоватовском районах, Димитровграде, Ульяновске. И пока только один многопрофильный реабилитационный центр «Подсолнух». Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.